Итак, возвращаемся в Ледовый дворец на хоккей в Череповец. Матч Северсталь-Торпедо. Чемпионат континентальной хоккейной лиги 1-2. После двух периодов хозяева площадки уступают. Две шайбы было заброшено в первом периоде. Геннадий Столяров, нападающий первого звена Северстали, счет открыл. Владимир Маленьких, защитник Торпедо, счет сравнял. И во второй 20-минутке фрагменты, которые вы наблюдаете, Северсталь уже имела некоторые преимущества. В всяком случае, шансов отличиться было гораздо больше у череповчан, нежели у соперника. Но так ни разу это сделать и не удалось. Даже когда был назначен штрафной бросок, Булит, вот за это нарушение правил против Руслана Нурдинова, сам потерпевший наказать соперника не сумел. Затем Евгений Кетов упустил отличнейший шанс забить. Ну и буквально через полминуты вот эта контратака торпедовцев. И Роберт Нильсон выводит гостей вперед. 2-1. Таков итог двух третей матча. И всего лишь период у Северстали на то, чтобы спасти эту встречу. Напомню, это четвертая домашняя игра Северстали. И пока нет ни одной победы.